Масштабный театральный проект «Ночь в театре» прошел 22 декабря в Русском драматическом театре имени Бестужева. «Ночь в театре» проводится только раз в году, в день рождения театра. В этот вечер зрители совершили незабываемое путешествие квест по театру и увидели его таким, каким еще никогда не видели. Они познакомились с работой цехов художественно-декорационного, бутафорского и других. Заглянули в гримерки к актерам и узнали, каким образом артисты готовятся к роли. Все вместе, люби меня, люби, жарким огнем, ночью и днем, сердцем сжигая, люби меня, люби. Наверное, самое интересное – это все-таки пройтись по закоулкам театра. Ведь зритель, когда приходит в театр, он видит только фойе и зрительный зал, ну, буфет, кто может, да, себе позволить. А здесь мы вместе зрителя проведем по закоулкам, по разным таинствам, куда зритель не может попасть, придя на спектакль. А именно в ночи в театре он побывает везде. Только в этот вечер театр имени Бестужева раскрыл свои главные секреты и рассказал, как получаются те или иные театральные фокусы. Кроме того, зрители узнали в действии, что такое поворотный круг и плунжер. Они смогли все потрогать, пощупать и рассмотреть вблизи, разумеется, соблюдением техники безопасности. Сегодня у нас день рождения. Мы приготовили для вас, для всех зрителей, подарки, так сказать, чтобы вы увидели театр с другой стороны. Вот и все, что я хочу сказать. Всем большое спасибо, кто пришел. Рады видеть вас. Почаще приходите к нам. С праздником еще раз. Хе-хей! Как-то так. Театр вновь предоставил участникам проекта возможность почувствовать себя актером. В этот же вечер гости порепетировали с режиссером и сыграли для зрителя спектакль. Диана Левина, Николай Манжуев. Специально для программы «Вместе» телеканал «Мир Байкал».